Сегодня у советского района Орла наконец-то появился глава. Им стал Владимир Негин. Со второй попытки его кандидатуру все же утвердили депутаты горсовета. 20 голосов было «за», 16 народных избранников воздержались. Напомним, Владимир Негин руководил комитетом по подготовке к празднованию 450-летия Орла. С сентября был ИО главы района. В Аджике Кавказской Махеев нашли запрещенный краситель «Судан-1». Такая информация появилась на сайте Роспотребнадзора по Орловской области. Его сотрудники пояснили, это вещество не разрешено для применения в пищевой промышленности. Этот непищевой краситель используется для фальсификации специй и пряностей, либо для того, чтобы придать продукту яркую окраску. С 30 ноября по маршруту номер 8 будет ходить Wi-Fi троллейбус. В октябре в нем установили необходимое оборудование и провели тестирование. Представители трамвайно-троллейбусного предприятия нас заверили, на стоимость проезда это не повлияет. 12 молодых одаренных артистов орловских театров получат стипендии губернатора Орловской области. Соответствующий указ подписал Александр Козлов. Размер составит 5000 рублей каждая. Выплачивать их будут ежемесячно, начиная с 1 мая 2012 года до 1 мая 2013 года. Кандидатам на получение стипендий должно быть не более 30 лет, а стаж работы по специальности не менее 2 лет. Сегодня на Новогорском шоссе у памятника участникам военных конфликтов и локальных войн открыли мемориальные стелы. На них 174 имени орловчан. Все они погибли после 1945 года. Кто в Северной Корее, кто в Чехословакии, кто в Северокавказском регионе.